Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Некрос. Добро пожаловать в игру Грайм. И я в этой игре нашел одну особенность. Вот смотрите. Казалось бы, вот эта вот дубина, которая от силы зависит на А, да? И то есть 15 силы — это плюс 20 к урону. Это же ведь гораздо лучше, чем ударный топор, который от силы и от ловкости зависит на С. И 15 силы дает всего лишь плюс 6 урона. И даже если предположить, что топор ровно в два раза слабее, чем дубина, то даже если мы 6 умножим на 2, это будет 12. И даже если мы умножим на 3, это не будет 20. Но на самом деле, один из самых сильных предметов в этой игре, это вот как раз этот самый первый топор, который в самом начале игры появляется. Почему? Обратите внимание вот на эту атаку. Посмотрите, как быстро восстанавливается выносливость, как только топор касается земли. И даже когда у персонажа нулевая выносливость, он может все равно спамить этим ударом. Он все равно будет работать. И сразу же можно практически использовать уклонение. А теперь дубина. Вот этот удар, усиленный топором, это то же самое, что обычный удар дубиной. Только жрет выносливость он гораздо больше. Восстанавливается она гораздо медленнее. И после второго удара долго персонаж не может увернуться. А урон точно такой же. Вот смотрите. Вот по жуку. Вот этот удар обычный наносит 57. А усиленный удар топором, который по скорости точно такой же, знаете, сколько нанесет? 71. И еще и меньше выносливости сожрет. Еще и быстрее восстанавливается выносливость. Вот и получается, что прокачивать силу для того, чтобы использовать эту дубину, это, ну, это невыгодно. Но есть еще одна интересная штука. Ударный топор — это один из самых сильных тут предметов, самых сильных в соотношении скорости и урон. Но также неплохим предметом является глефа. И самое что интересное, я Dark Souls как раз проходил с такими же предметами. То есть я сначала Dark Souls почти полностью прошел с одноручным топором, а оставшуюся часть игры, да, я уже прошел с глефой. И тут то же самое. Глефа тут также неплохая, как и топор. Почему? Потому что... Вот почему. Видите, как быстро и как много ударов наносится в определенный промежуток времени. Да, по выносливости, конечно, это не то. Ого. Вопрос, а как тут быть? А, видимо, я тут не смогу пройти. Да, по выносливости, конечно, не то. Мне, наверное, наверх надо. По выносливости, конечно, не то, но, по сути, сейчас я пройду быстренько. По сути, персонаж всю свою выносливость тратит на два взмаха по три удара. И за это время он наносит довольно много урона. Конечно, он не восстановится так же быстро. Но по урону, если срочно нужно нанести... Так, а как мне тут быть-то, интересно? Если персонажу нужно срочно нанести очень много урона, то вот эта глефа со своей задачей справляется. Я, честно говоря, не понимаю, как мне тут вообще это... Так, что-то как-то мне не забраться сюда. Здесь вот немножечко баги я вижу есть. Почему-то персонаж как-то странно прыгает. Я еще одну вещь заметил. Смотрите. Топор вот этот вот, да, зависит одинаково от силы и от ловкости. Но, что необычно, если, например, у персонажа 15 силы и 0 ловкости,
И вот, допустим, если он прокачивает силу на, ну, уже плюс 1 на 16, да, то топор получит определенное количество бонусного урона. А если персонаж будет прокачивать ловкость с 0 до 1, то топор получит больше бонусного урона. То есть тут как в Dark Souls, чем цифра больше, тем толку от нее меньше. А, и она не закроется, да? Да, в Dark Souls механика прокачки тоже похожа. Чем ты больше прокачиваешь силу, тем меньше силы ты получаешь. О, вот давайте, вот сейчас глефа будет. Раз, два, три. Раз, два. И даже до третьего удара этот жук не доживает. А вот это я не знаю, что такое. Ой, 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 ой. А, я вот так даже могу. Тихо. Слушай, опасно. Да, и то, что его вперед продвигает персонажа, это же ведь тоже неплохо. Да и расстояние удара тоже у глефа такое не слабое. Опять ты. Дыхание. Тебе когда-нибудь было интересно, что оно такое, это слово? Почему мы стали называть его именно дыханием? Дыхание. Дыхание. Оно просто кажется подходящим словом. Но почему мы все так думаем? Словно воспоминание, но не наше собственное, проникшее в нашу сущность, как старая боль. Хватит. Не нужно больше переживаний, опасных звуков. Куда? О, плач. Я уже так близко. Так, вниз смотрим. А вот вниз я, наверное, не пойду. О-о-о. Или пойду. Не понял сейчас. По-моему, я слышу этого. Того самого, как его там называют. Раз, два, три. Как вам... О! Тихо. Нет, я туда не пойду, пожалуй. И туда тоже. Пожиратель, или как его там называют? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, я сейчас проиграю, походу. Да. А еще я заметил, что лечение на самом деле лечит гораздо больше жизни, чем есть у персонажа. Поэтому, возможно, даже нужно будет прокачивать больше. Больше жизней. Ой-ой-ой-ой-ой. А, тут это, тут жук. Или что это? Обломок кровометалла. О! А, его атаки... Я понял, я не могу прервать. Бам! Так. Давай, иди сюда. Опа! Очко охоты. Правда, что-то я это... Урона слишком много получил.
Надо, наверное, где-то, ну, со 100 до 150 здоровья прокачать. Ну, слушай, я даже не знаю. Зуб. Да видно, что зуб. О! Ого. Ну я так и знал, ты посмотри. Так, я пришел. Я пришел сюда. Оп. Ура. А, они постоянно оглушены, кстати, из-за этого удара. Так. Смотрим, смотрим, что тут еще есть. Мне вот интересно, можно ли потом вернуться на эти локации? Ой-ой, там какая-то, там чудище какое-то. Челистокраб! О! Ой, нифига ты жесткий. Я понял. Ха. Надо искать камень сохранения. И здоровье прокачивать. До 150. Так и сделаем. Так, здоровье. Вот так, до 150. Прям ровно, смотри. Оп. И что получается? Во, и теперь... Да, и теперь лечение будет максимально эффективным. Ну, то есть мы сразу к нему не пойдем. Мы пойдем наверх, и тут будем смотреть, есть ли камень. А он тут должен быть. А, они нас не кусают. Интересно, а где же камень? Я как будто бы назад возвращаюсь. А, ну да, так и есть. Так я назад вернулся. А, и камня тут нет. Также настало время прокачать здоровье. Здоровье тут почему-то перевели как стойкость. Это меня запутало. Значит, а здоровье тут очень важно. Камнеголовый. Максимальная стойкость на 10%. Ну, то есть, получается, 100, сейчас 150 здоровья, а будет 160, правильно? Ну, давай посмотрим. На 20. А, ну вот, мы можем... Не, ну так это то, что мы точно будем прокачивать. На 30%. А, уже на 35%. А дальше невыгодно, кстати. Потому что дальше только на 5%. Да, видите, сколько здоровья стало много. А дальше пока что я не буду прокачивать, потому что 10%, 20%, 30%, а потом 35%. Это уже в два раза меньше. Так, тут где-то еще была стена. Если вправо пойти, надо ее разбить. Что-то тут есть. А, подожди. А, да! Сокращалка. А если влево пойти, тут вообще что-то странное. Это не краб, это вообще что-то другое. Тебе помочь, что ли? А, это маяк. Это вообще что такое? И как оно бьет? По сотне я ему наношу? Нифига. Нифига себе. А вот это что тогда? Ну, не, это уже прям Dark Souls, Dark Souls пошел. Понятно.
Очень много урона. Ну, слушай, вот мне кажется, с ним я справлюсь раньше, чем с крабом. До этого босса идти недолго. И мне кажется, он легче, чем краб. А потому что, ну, хотя бы понятно, как его бить. С крабом-то вообще непонятно. Так. Пыл, ну, тут пыла мало. Ну-ка. Раз, два. Самая легкая его атака. О! Поднимаем этот камешек, и все, он нас уже не бьет. Видите, уже половину здоровья ему снес. Раз и два. Да, достает, смотри, ой. Ну-ка. А вот теперь непонятно. Теперь непонятно, что против него делать. Новый появился, да? А, нет, вроде все понятно. Это что? Жесть. А, надо... Я понял. Атакуй. Оп. Я не могу атаковать его? Ты серьезно? А почему? Да. Я реально не могу их атаковать. Ну, типа, этот... По ногам бить, да? Жесть. Он устал? А, подожди. Я его победил? Я вообще не заметил, как. Я вообще не понял, как. Я уже думал, сейчас проиграю, сейчас заново буду проходить. Так, мы его поглотили, что мы получили? Килая камень какой-то. Рывок в воздухе. Во-во-во-во-во. Совершенство владения формой вместилища. Вот это, кстати, круто. Рывок в воздухе. Это прям вот этого очень не хватало. Так, маяк, да. Ага. А смотри, а он живой? А, ну да, и без этого рывка отсюда же не выбраться. Интересно. Так, а теперь надо что-то с этим крабом думать. Как его побеждать? Надо сохраниться, во-первых. Но теперь будет легче проходить с этим рывком-то. Здесь вот я уже какой-то секрет вижу. 100%. Я просто не попадаю.
Сейчас. Там 100% секрет. Да. Торс из челюста брони. Ага. Того самого, да? Краба. Ну-ка давай, торс поменяем. О, это тоже жестко. Ну что, с крабом, кажется, все понятно. Ты нормально? О, он, короче, это. Его надо контратаками бить. Давай. И все. Ну да. Ура. Давай. Так я еще и дыхание накапливаю. Неплохо. Слушай. А у него эти-то разбиваются. Да. Но, друг. Он уже меня не схватит такой клешней ломаной. Давай, бей. О, не, ну вот так не надо. Все, я ему сломал клешню. Ну? Не надо. Что-то не разбивается броня-то его. А, все, разбилось. Увеличен запас дыхания. Вот это да. Вот это сильно. А где маяк? Не понял сейчас. А, вон, видишь? Угу. Он как будто наверху, такое ощущение. Там наверху как будто что-то есть. Так, лечимся. Ага, то есть я могу в итоге вылечиться два раза. Но еще есть какая-то там... Какой-то там скилл... Ой, ты че? Какой-то скилл, короче, который позволяет лечиться на 150% сильнее. Ты че это? И... Но при этом надо зажимать кнопку. Ой. А внизу кто? Пока непонятно. Но, по-моему, я нашел камень. А, подожди. Стоп. В чем прикол? Так это ж я вернулся обратно. Да ладно. Серьезно? Ну-ка, подожди. Это вниз получается? А, ну да. Ну да. А тут я не был, да? Слушай, эта штука прям это... Нескольких противников может даже ударять. Руки из челюсти брони. А ну... Во. Так, а что теперь? Вниз и... Тихо. И ноги, да?
О, уже как самурай, смотри. Неплохо. Так, погоди, если я... если у меня появился рывок, то это означает только одно. Те места, которые я пройти не мог, я теперь это пройти смогу. Вот только какие? Ну, поскольку мы уже... Ага, наверх, да? Гнездо мрака. Так, погоди, мы же это... Мы же... Пирователи. Да, мы тут всех победили, получается, нужно возвращаться. Наверное. Вот, вот тут я теперь смогу рывком дойти до вот этого левой платформы. Ага. И вот так. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тише. Надо ждать. Ой-ой-ой. Опасно. И куда мы пришли? А! Но этого я помню, только он какой-то жесткий стал. Он не был таким. Он какой-то реально жесткий стал. Ну-ка, слышишь? Ну? Давай, атакуй меня. Дыхание есть? Дыхания нет, зато очко охоты получено. Но... Вот что теперь? Эта штука, видите, она тут... А, там еще один такой же, нифига. Ну-ка. Ой-ой-ой, опасно. Вот сейчас аккуратно надо мне. Сказал я и получил урон. А, того монстра больше нет. Давай сразимся с тобой тогда. Раунд второй. Ого, ты чё? Фига ты жесткий. Иди сюда. Да. Монстры стали как-то гораздо... Гораздо сильнее. Гораздо сильнее, даже урона не особо хватает. Фрагмент. Так, давай наверх посмотрим, что тут. Тупичок, да? Песок рыщущий. Ага. Тут что-то бьется. А, это он. Подожди, можно было прям направо пойти, можно наверх. Вопрос, где тупик? Явно не здесь. Ну ладно. Мне кажется, я на предыдущей локации возвращаюсь. Да? Серьезно? Да. Ты кто? Золотоголовый. Значит, он тоже был тут. Как глупо. От надвигающегося рока не спрятаться, мастер дверей.
О, снова ты. Уходи, для тебя здесь ничего нет. Тебе стоит поторопиться и преодолеть барьер. Кода с нетерпением ждут твоего прибытия. Все еще здесь воспоминания никогда не рисовали тебя настолько внимающим. Быть может, в тебе столько же любопытства, сколько и разрушения. Полагаю, если кода могут пойти против своей природы, то на это способны и силы. Не, ничего мне не скажешь. Гнездо мрака. А мы что-то были, нет? Да. Опа-па-па-па. Ну-ка, подожди. Ну-ка, подожди. Серьезно. Ну, это предыдущие локации, значит, тут монстры должны быть слабые, наверное. Ну-ка, подожди-ка. Но здесь я не был, здесь, видите, здесь предметы остались. Ну-ка. А здесь я не пройду, да? А не, смотри. Походу пройду. Ну-ка, давай. На. Летит. Да, летит, прикинь. А, я помню, я тут сражался с этим, с крабом таким. Угу. Понял, понял. Ну-ка, давайте-ка исследуем эту карту. Может, чего новенького найдем? Предмет какой? Так, влево сейчас. А это тоже сокращалка, я так полагаю. Ура! О, ого! Нифига себе! Так он сейчас... Что, что, что? Да. Чё за жесть? Дх. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то он меня прям напугал. Подожди. Регенерация выносливости не приостанавливается во время лечения. А она что, приостанавливалась? Не знал. Поглощение атаки исцеляет. Так, это сильно. А, вот этого надо еще победить, да? Это босс, это всего 9 боссов, как я понимаю, да? А, подожди. А чё, я не могу что ли пройти тут? Ты чё, серьезно? О, не-не-не-не-не. Мне надо влево как-то попасть. Мне надо как-то попасть влево. Бесформенная пустыня. Тихо, тише, тише. Здесь камня нет, да, рядом? Здесь маяк. Камень слева. О, я тут не пройду. На тебя. В смысле? Как понять, не с одного удара? Ну, в смысле? Ну-ка, отойди. Ой-ой-ой-ой-ой, да.
Слушайте, ну вот здесь не знаю. Здесь, честно говоря, непонятно. Максимально опасно тут, конечно. Если бы я вот эту стену мог преодолеть, но... Мне очень сильно мешают вот эти вот... Да-да-да, вот эти штуки. В общем, мне нужно возвращаться к Шидре. А он находится, знаете где? А он находится вот здесь. И, в общем, надо мне, видимо, вправо как-то потихонечку продвигаться. Ищет сохранение мира жизни. Не верьте тем, кто хочет жить. О, что такое? Он атаковать меня собирается? Ты кто такой? Я не понимаю пока. Тихо, вот это опасно уже. Ой. Я должен как-то это контратаковать его. Тише. И не рвала. Вот оно что. Это телепортер, наконец-то. Наконец-то. Телепорт. Угу. Я даже знаю, где мы сейчас появимся. Да, столб мира. Это там, где Шидра. Мы сейчас с ним поговорить сможем. Вот он, не рвалас. Здорово. Воссоедините пути, Ахлан. Так, теперь мне главное до камня дойти. А, мне наверх. Угу. Так, это маяк. Столб мира. Камешек. Давай с Шидрой поговорим. Или давай сначала камешек. Ты, наконец, снова тут. Как и ожидалось, тебе удалось справиться со зверем. Я ощущаю вес находящегося у тебя камня. Отлично. Твоя часть сделки выполнена, Ахлан. Прежде чем я выполню свою, хочу понять кое-что. Тебе понравилось это? Полагаю, что да. Ты чувствуешь себя хорошо, сокрушая врага, завершая его существование для улучшения своего, не так ли? Я не осуждаю тебя, Ахлан. Это в твоей природе. Ты сила. Кто-то должен страдать от нее, от ее приложения, да? Что ж, довольна об этом. Вероятно, ты уже самостоятельно осознал свою цель здесь. В конце концов, ты занимался этим с самого своего рождения, как и твой род далеко наверху, за небом. Ты ведь чувствуешь их настойчивую тягу, даже здесь, не так ли? Зовущую тебя, угрожающую нам. Чтобы добраться до них, тебе нужно вскарабкаться на небо. Путь ты найдешь за закрытым барьером, далеко справа, около неустойчивого дворца вытесанных. Я могу сконструировать ключ, но мне необходим материал, который можно найти под самим дворцом. Так, и мост. Мост-то опущен, смотри. Теперь можно пройти дальше. Это же...
Так, под дворцом, значит, да, надо искать ключ. Опять ты. Наконец, я здесь, в окружении истинной родни. Не какие-то там уродины, которые ноют и плачутся о старой боли, но не меняются, чтобы избавиться от нее. Следующий. Возвращающийся слуга или недоделанный? Недоделанный пока что. Хи-хи. Да, кажется, разрисованные подношения твои. Что ж, сделай шаг вперед, недоделанный, и преклони колени. Разрушься и сформируйся заново. Иди в конец и жди. За тобой скоро придет слуга с твоими фрагментами. А ты фальшивка, да. По воле Шидры ты можешь пройти. Впрочем, не ожидай защиты на пути. С гневом слуг тебе придется разбираться самостоятельно. Путь слуг. А, понял. Ну это уже на Мордор какой-то похоже. Тихо. А что внизу? Ничего. А, ну хотя... Может быть секрет? Нет. Ничего. А, я не могу... Убирайся. А как его контратаковать? Фига себе. Это будет непросто, я так понимаю. В смысле? А как же контратака, не? Ой-ой-ой. А, это чуваки с иглами, я понял. Так, слуга. Контратаковали. Хорошо, давай, теперь его. А это контратака считается за поглощение? Наверное, нет. Сейчас посмотрим. Я уже что-то не помню. Не, не считается. Нет, не считается. А, погоди, там что-то есть. Камень. Камень сохранения. Так, ну я сохраняться тут, в смысле это, прокачиваться пока не буду, пока не надо. Видите, как оказалось, очки охоты какие важные. Их просто так тратить нельзя. Как тебе удалось расколоть его? После всех этих моих бесконечных попыток ты просто приходишь и бьешь по нему. И у тебя получилось. Покажи мне, как тебе это удалось. Покажи, иначе я расскажу другим слугам, где ты. Ну, смотри, вот. Ой. Так, что тут еще есть? Вот сюда мы должны пойти, да? Вправо. Чё за урон? Ну-ка, атакуй. У них атака такая непонятная. Вообще непонятная. А, я не могу его контратаковать. Что за прикол?
А почему? Не могу, прикинь. Не контратакуется. Просто потому что. Без объяснения. Ага. Эти падают. И что? А. О. Ой-ой-ой. Тихо, я хочу контратаковать. Хай. Нет, могу. Ну, сейчас могу. Ну-ка еще раз. Странно. Очень странно. Опять кто-то кидается иглами, да? О, это красная игла. Я бы не смог ее отразить. Так, а вы кто такие? Клубок изгибов. Ну, что думаешь? Скажи. Скажи же, мне идет, хи-хи. А когда я заслужу новую голову из плоти и стану вытесанным... О, все будет идеально. Все наконец-то будет идеально. Почему эта линия так задерживается? Эй, дай мне уже что-нибудь, чтобы я мог показать вытесанным, насколько я хорош, и выбраться с этой унылой свалки. Шевелись, недоделанный. Торс строчильщика. Так. У меня снова украли нитки. А скоро придет с инспекцией подручный из дворца. Тебе уже присылали запас на два следующих землетрясения? Ты что, меня не слышишь? Их украли. Так выкради назад, у тех или у других. Но... довольно. Иначе я могу решить, что ты тоже подходишь на роль материала. Следующий. Да, тут только диалоги. Тут ничего важного. Вот это... вот это вообще, конечно... вот это что-то вообще опасно. Кто это такие? Чего они? Ну что, прям сюда? Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Одну нитку пропустил и все. Разрушился. Так, иголка, значит. Иголка красная. Это жесть. Он прям смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. А, то есть я могу... я понял. Я могу от этой иголки избавиться, да? Жесть. Он прям отсюда может? Да ну. И как мне от этого дела уворачиваться? А, ну это еще ладно. В
Это-то еще ладно. Ну-ка. Опасно. О, я поэтому не попал, что ли? Да ладно. Тихо. Я думал, он урон нанесет сразу после того, как я его ударю. Хм. Ну вот до того игломета, как добраться, я даже не представляю. Вообще не представляю. Так, ну ладно. Но это да, эта локация непростая. Конечно. Какое-то затишье. Видать, перед бурей. Ага. Так. Ну тут вроде все понятно. Дворец вытесанных. Угу. И камешек. Камешек — это хорошо. Так. Нужно вниз дворца, да? Под дворец. А подожди, а где ключ-то искать? Ну-ка. А, вот. Ничего себе. А дворец-то огромен. Формирователи дыхания, раскрыватели формы. Даруйте нам вновь негу своего присутствия. Мертвецам вход в город Кинотав воспрещен. Мы будем запечатаны, пока не разверзнут... Не успела, короче, прочитать. Не могу я сюда. Не могу я тут пройти. Пока не развернут дар. Требуется распечатыватель. Ага. Так, ну значит вниз. Я думал, нужно открыть дворец. Нет. Дворец и так открыт. Так. Дворец очень темный, я смотрю. Я могу это притянуть, кстати? О-о-о. А тут я ничего не могу сделать. Это мне... Значит, опять наверх? Тут я не пройду. Хотя, погоди. А вот что, что вот тут? Вот? Никак, да? Так, хорошо. Ладно, тут что-то было у нас. Ой-ой-ой. Вот тут посмотрим. А, это этот, с иголкой. Не могу, да, я его контратаковать? Не-а. Не получается. Точнее, получается, но не работает. Восстановление. А вот это что такое? А, это рычаг. А, я понял. Ага. А, погоди, то есть когда он подбирает предмет, он вообще неуязвим.
Интересно. Ой-ой-ой. Причем мои атаки не всегда его... Ой. Не всегда именно его это... перебивают. Ой-ой. Раз. Два. Сколько раз? А почему... А почему эта штука все еще работает? Непонятно. Не, ну может быть тут и можно как-то залезть. Но это будет непросто. Ага. И теперь... Да. Слушай. Такой жизни маловато. А, это этот. Это вот он красными нитками кидается. Он жесткий. Вообще замок какой-то, как в «Принце Персии», что ли. Это что такое? Это что это? Что это? Я пока еще не готов с таким сражаться. Ну-ка, успокойся. Он какой-то прям очень жесткий. Мне нужно найти камень, но он, скорее всего, будет не скоро. Это что? Это по-любому меня ужалит. Я прям уверен в этом. О! Да ладно. Жесть. Да, учитывая то, что они не поглощаются, это, конечно, очень странно. А мне сейчас как раз... Подожди. А что, куда дальше? Вот сейчас не понял. Вот сейчас вообще не понял. Что это было? Хорошо тут этой нет. Копья. И... Ага, камня все еще нет. Оп. Да, эти штуки по-любому урон наносят. 100%. Ой-ой-ой, тут что-то прям жесть какая-то. Он же сейчас ко мне пойдет, да? Ага, до свидания. Это будет непросто. Тихо. Все, пробил. Так, а вот тут кто? Кто это такой? Ты чё это?
Ну, кстати, какой-то такой, да? Крепкий очень. А это какое-то синее копье. Не, погоди. Пока еще рано туда идти. А, я понял, но все равно туда идти придется. А внизу непонятно что. Снизу мы пришли. То есть мне в любом случае придется смотреть вот тут что. Тихо. Ага, то есть никак. Чё за жесть? Ой, да ладно, я почти добежал. Теперь давай с этим сразимся. Кто это такой? Ну-ка. Вот не поймешь, как он бьет. Ой, какой, слушай. Вау. Надо поглотить его как-то. Это будет непросто. Да. Это прям очень непросто будет. Да. Ну надо. Сейчас попробуем. Так. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут этот еще. Надо его сначала победить. А, нет, надо же вроде наверх идти, да? Только я чувствую, что все равно придется возвращаться, потому что такого здоровья мне не хватит. Так, а кто это был такой? В критическом состоянии наносится больше урона. А, насколько? Слуга. А вот насколько не сказано, да? Так, тут мы... О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тихо. О! Как мне наверх попасть? Никак, да? Ну-ка, подожди. Вот сейчас опасно. О! Даже урон не получил. Это лифт? Ну, это лифт прям, который внизу-то был. Не-не-не, мне не надо, погоди. А чё он такой медленный? Не открывается с этой стороны. Ну вот, теперь придется лифта ждать. Ой-ой-ой, посмотрите, кто на лифте-то приехал. Жесть. Так, надо как-то это... Надо вот этого контратаковать. Не, у этого я контратаковать не смогу, как я... О, тихо.
Вот этого я смогу контратаковать. Давай ударь нормально. В смысле, никак? Странно. Ладно, поехали. И куда мы приехали? А, да ладно. Еще ниже? Так это ж не первый ли этаж? Это первый этаж. Ага. А, погоди, а внизу... А внизу что-то есть. В этом, наверное, прикол был. Ну а если, допустим, ладно, вот я лифт вот так вот вызову наверх, а сам вниз пойду. Получится? Так, это что такое? Расходник. Раздавите, чтобы укрепить вместилище на время, увеличив регенерацию выносливости на 50%. Это много, кстати. А вот и место под замком. Ага. Похоже, сюда-то нам и надо. Нет? Пока непонятно. Вынуждение дышать, лишь оттягивает удушение. Не верьте тем, кто хочет жить. Так, вот эта тварь будет сейчас нападать на меня. Но они одинаковые, как я понимаю. О, зацепил? Да ладно. Хм. Ну, крепкий, конечно, он. Так, а теперь надо его как-то это... Атаковать обычно? Нормально. А, никак, я понял. Жалко. Нерволаз открылся. Гнездо мрака. Так, ну это все понятно. Вот оказывается, под замком все это время был Нерволаз. Любопытно, как туда попасть, это вообще непонятно абсолютно. Так, ладно. Пойдем вправо тогда от лифта. Если тут есть вообще куда идти. Вроде есть. Да, вроде есть. Не, это тупик, походу. Обломок. А, не, смотри. Но я тут уже был. И я маяк не нашел. Вот в чем проблемка. Ага, что у лифта-то было, смотри. Прям с лифта можно через стенку на рывке было попасть в секретку. Так, а... И что? И куда? Ого! Да, смотри, опять этот вот топор, он их оглушает. А глеф это вообще не оглушает, оказывается. Они даже атаковать не могут. А, да ладно. Понял. Опять лифт вызывать.
А вот это второй этаж. И вот на втором-то этаже мы не были. О, вот и ты. Я просто собирал подношения Шидри, творцу, как и всем прочим, нужны материалы, чтобы творить. Что скажешь о дворце? Красивый, правда? Какая прекрасная архитектура. Так. Регенерация выносливости. А, больше дыхания. А, у него ограничено, да? Вот эти вот бонусы. Кислотное облако. А ну-ка давай послушаем его. Из-за множества землетрясений Шидр беспокоился, что камнерожденные были слишком сломанные и бесформенные для изучения созидания. К счастью, это изменилось после их встречи с почитателями Рока. Это вдохновило их, дало образец для подражания. Со временем у них появились и собственные творения, но мне кажется, что все начинается с подражания. Ну и теперь влево. Я кого-то слышу. О! Ой. Так, надо сначала эти атаки отразить все. Оп. Все, а теперь... И что? И тут, по-моему... О. Подожди, а как теперь добраться до... До вот этого предмета? Уже непонятно. Ой, там пропасть. А, я же не могу его контратаковать. Хотя вот тут полоска у него, да? Хотя странно. Родич! Ну-ка иди сюда. Давай, атакуй. Сейчас поглощение будет. Так, и что? Что тут? Это что? Увеличивает целительную силу дыхания. А, ну это... Это тоже очень важно. Согласен. Так, туда мы не пройдем. А это что? Ой. Наверное, надо вылечиться, я думаю. Фига он... Что такой жесткий? Кстати, ему это довольно много урона наносится, да? Я смотрю. Почему? Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, я понял. Игра, что ты делаешь? Что? Не, ну вы видели? И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропускать новые видео. Если вы хотите поддержать мой канал донатом, то ссылка в описании. Всем хорошего настроения и всем пока.